Быть. Алло. Здравствуйте, меня зовут Андрей Владимирович Паук. А как вас зовут? Добрый день, Алексей Валентинович, председатель, слушаю вас. Алексей Валентинович, фамилия? Садовский. Садовский Алексей Валентинович. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас сведения о том, что НАТО готово напасть на Щучинский район? Вы что, решили в какие-то анекдоты со мной поиграть или что? Вы, получается, Лукашенко не верите? Я задаю вопросы сейчас. Вы решили в какие-то поиграть детские игры, анекдоты или что вы за вопросы задаете? Ну какие задаете? Детские игры? Лукашенко заявил о том, что НАТО бряцает оружием у границ Беларуси. Это что, неправда? Все, что пишут в официальной прессе, читайте и будете в курсе всех новостей. Так я вот уточняю, по районам звоню, и никто про это ничего не знает, что нам кто-то угрожает. Все как-то живут на расслабоне. Это не с районом. Читайте официальную прессу. А в прессе всякое напишут. Смотрите телевидение. В прессе писали, что Теслу подарили, Лука. Что Илон Маск. Средства массовой информации. Так я вам напоминаю, что они нам, чем они нас кормят. Они говорили, что Илон Маск подарил Тесла автомобиль Лукашенко. А это было неправда. Как верить таким СМИ? Поверьте, вот такую информацию я точно в нашей прессе не видел. Вы, наверное, не ту читаете. Может, и не ту читаю. Так, в общем, НАТО не угрожает нам. Боже ты мой, боже. Или угрожает? Как нам у вас думать? Есть какие-то нормальные вопросы? А это что, ненормально? У нас, видите, мобилизация в стране, эти антитеррористические операции. А вы про нормальные вопросы спрашиваете. Это что, ненормальный вопрос? Лукашенко то избегался и там, и тут, и в России, и в Азии, и все мирное небо защищая. А вам нормальные вопросы подавали? Андрей Владимирович, посмотрите сегодня телевидение белорусское, все новости будете знать. И у вас отпадут вопросы. Так вот, я смотрю новости. Вы пытаетесь задавать. Я новости смотрю, а на места звоню, оказывается, не так, как по новостям говорят. Так что это такое? С уважением, до свидания. Вы уже оружие в руках держали хоть? Угу. Вот так вот. Вот так мы развенчали фейк о том, что НАТО готово на нас напасть. Готовится. Ничего оно не готовится, по крайней мере, в Гродненском районе, в Гродненской области, в Гродненских районах про это ничего не ведают. А Лукашенко просто брехливый путинский пес. Вот собака, и он такой.